В День знаний дверь открыла новая Троицкая общеобразовательная школа. 72 счастливых первоклассника переступили впервые порог школы. Здание разработано по индивидуальному проекту, построенное с учетом современных технологических параметров. Она рассчитана на 528 мест. Напомню, строительство общеобразовательного учреждения было реализовано в рамках национального проекта «Образование». То очень отрадно, что система образования, которая, к сожалению, в последнее время была немножко, скажем так, не в первых приоритетах, что она снова, скажем так, становится во главу угла, и мы даем возможность и детям учиться в прекрасных условиях, и педагогам работать в таких хороших условиях. Хочется, чтобы в итоге все школы республики стали таким, знаете, таким институтом формирования человека, кузницей кадров. И потому что мы прекрасно знаем, понимаем, что вы, наше будущее, вам, выучившись в школах, получив образование в университетах, нести ответственность за нашу республику и за нашу страну.